236 лет назад английский астроном Уильям Гершель открыл седьмую планету Солнечной системы Уран. Она получила свое название в честь бога неба, сына богини Земли Геи и отца Сатурна. Сегодня мы выясним, хорошо ли знают астрономию южноуральцы. Как называется ближайшая к нам звезда? Даже не знаю. Ну, а варианты? Большая, малая медведица, не знаю, какая. Солнце, самая первая звезда, ближайшая. Какая звезда находится вот к Земле ближе всего? Венера. Но это планета уже, а не звезда. Ну, а звезду не знаю. Какая звезда ближе всего к Земле? Звезда? Солнце. И за сколько дней Солнце делает полный оборот вокруг Земли? 365 и сколько-то там секунд. Скажите, за сколько дней Солнце делает полный оборот вокруг Земли? Земля крутится вокруг Солнца. Как называется 11-я планета Солнечной системы? Не знаю. Венера, может быть. А скажите название 11-й планеты Солнечной системы? Ну, их же 9. Здравствуйте, скажите, как называется второй спутник Земли? Второй спутник? Не знаю. Ну, может, Луна, нет? Ну, это, по-моему, единственный спутник. Второго спутника Земли нет. Почему? Ну, потому что один единственный спутник. Естественный, Луна. Как называется второй спутник Земли? Ой, сынок, ты у меня спроси. Я свое имя скоро забуду. Мне уж 87-й год. В 21 веке астрономические открытия перестали быть чем-то удивительным. Однако совсем недавно ученые НАСА сделали сенсационное заявление. Обнаружили 7 землеподобных планет, 3 из которых находятся в обитаемой зоне, а значит, на них может быть вода. Такое заявление стало самой обсуждаемой темой февраля по данным Твиттера. Отличного вам дня!